очень грамотно проведенная, спланированная, ну и подтвержденная операция. Это действительно определенный квартал, в котором находится большое количество грушных российских главного разведуправления Генштаба Российской Федерации, секторов, в которых много штабов, много систем управления. Это в чистом виде военные объекты, которые подлежат уничтожению. Потому можно нашим разведчикам, нашему ГУРу поставить отлично за очень хорошо выполненную работу. Что любой, допустим, штаб, любая система управления, а это серьезный военный объект, и его повреждение может привести к очень большим последствиям в управлении войсками, в развединформации, большой проблеме в самой системе управления. Это же центральный орган. Потому именно они являются одним из основных целей. Вот такие штабы. Причем по старой чекистской привычке они ж не ушли далеко от КГБ. Рядом с Министерством обороны в ближайших домах и находятся эти все штабы. По подвалам, по там, каким-то этажам, по закрытым комнатам, так называемым. Они рассованы там. Ну, естественно, работа нашей разведки выявить, определить дальше целеуказание, подтверждение и выполнение задачи. Вот они и выполнили задачу. Это не сбили наши беспилотники или, как россияне говорят о том, что они кого-то куда-то вывели. Это штатная работа беспилотника, который уничтожил именно ту ячейку в доме, которую должен был уничтожить. Там находилась определенная система управления, он ее уничтожил. Я об этом и говорю, что можно ставить, то есть обозначать такое выполнение работы на отлично на нашей разведке. Молодцы, тут без вариантов. Конечно, молодцы. В сердце добрались, в самое сердце российской столицы, и еще и в систему управления. Ну, красавцы. Москву легко атаковать за счет ее площади. Очень большая площадь. Закрыть ее практически невозможно. В свое время Советский Союз пытался тремя линиями обороны. Третья линия обороны ПВО Москвы проходила по северо-востоку Украины. Вот я служил в свое время в Конотопе, так рядом стояли зенитно-ракетные комплексы, недалеко мы на карте полетов постоянно их облетали. Как раз это третья линия обороны Москвы. Но самое интересное, она не была круговой, а в основном только с запада, юго-запада и юга она прикрывалась, Москва, и все. То есть в то время еще при Советском Союзе они этого сделать не могли. Ну куда уже России там прикрыть Москву? Это просто нереально. Они могут как-то попытаться Рублевку прикрыть. Вот была атака на Рублевку в свое время. Они как-то ее пытаются прикрыть, подходы. А Москву просто нереально. Это такой проходной двор, большой вокзал, который, ну, можно еще, допустим, поставить, как россияне пытались, те же панцири на крыше Министерства обороны или еще куда-то их поносовать. Но это еще большая угроза, то есть сама армейская ПВО в центре города большая угроза, чем беспилотники. Они начинают шмалять во все стороны, и в радиусе 20 километров все дома могут попасть под прямой удар противоракета. Это намного страшнее, чем даже удар беспилотника, так как противоракета иногда нашпигована специальными поражающими элементами против ракеты самолетов. Они больше нанесут вреда, чем сам беспилотник. Потому, скорее всего, россияне их и поубирали. Навсегда российская столица, это навсегда она останется таким дырявым зонтиком ПВО. Они просто не смогут, технически не смогут это сделать. Будет примерно то же самое, как было по Крыму. Вот вспоминайте, за последние полтора месяца с единичных ударов мы в конце концов перешли к полномасштабным атакам, ежедневным полномасштабным атакам наших беспилотников по военным объектам в Крыму. Вот так же само с определенных
начального периода, начальных этапов. Первый этап это был, помните, был несколько десятков беспилотников шло в сторону Рублевки в свое время. Это такие был разведка боем, так называемая. То есть посмотрели систему ПВО, посмотрели, где она укреплена, то есть определили, что да, на Рублевке там армейская система, она довольно-таки неплохая, то есть они ее перекрыли. Но это же как раз сердце, Рублевка, это сердце, а Москву они бросили, кому она нужна в этом смысле. Потому, естественно, наши беспилотники, это сейчас начало. Я думаю, что такие удары будут теперь ежедневными. Ну вот, исходя из развития событий по Крыму, удары по Москве может быть ежедневными, потому что там очень много военных объектов. В самой Москве, ну, наверное, примерно столько же военных объектов, как и всей остальной России, если посчитать по количеству, а потому что все проектные бюро, все системы управления, все штабы, они находятся в столице в российской, и это, а до нее-то идти 500 километров. То есть, по большому счету, беспилотники, они у нас 700-километровые, 700-800 километров, они выполнят эту задачу. Ну вот мы видим, как они начали ее выполнять. Я думаю, теперь это уже будет каждый день, ну и каждый день будут москвичи вспоминать курс российского корабля. В Крыму больше 150 стационарных военных объектов. Те объекты, которые нельзя сдвинуть, это не мобильный объект, это стационарные склады, это системы управления, это комплексы, то есть целая сеть военных объектов, по которым очень легко попадать, если знаешь координаты. Ну так сложилось, координаты мы знаем этих военных объектов, потому что они еще остались Советского Союза. Ну, естественно, это все было наше украинское. Мы прекрасно знаем, какие военные объекты, а там всего лишь провести доразведку, разведку, целеуказание, корректировку, может быть, и выполнить боевую задачу. Вот эти все 150 объектов, они будут уничтожаться каждый день. После того, как было озвучено генералом Залужным конкретная цель и механизм освобождения Крыма уже без всяких яких политических, военно-политических, дипломатических, всяких ических механизмов, есть один реальный механизм, как освободить Крым от россиян. Это военный механизм, это уничтожение россиян в Крыму. Уничтожение россиян с оружием, депортация россиян без оружия. Ну а дальше заселение Крыма участниками боевых действий после победы. И после этого вопрос с Крымской областью, а это очень важно, именно Крымская область, а не Республика Крым, у нас унитарное государство. В Крымской области будут жить большинство, больше полутора миллионов человек будет участников боевых действий. И мы больше никогда за проблему Крыма не вспомним. Мы вот участники боевых действий выполняют боевые действия. Вот то, что мы сейчас видим. Но это только начало. Реальные боевые действия будут чуть попозже.